Пекине подводят итоги 25-й сессии постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. За 7 дней законодатели КНР рассмотрели ряд важных для страны вопросов. Один из ключевых моментов – обеспечение безопасных условий труда. После аварии на угольных шахтах власти усиливают контроль за промышленной безопасностью. Также на сессии приняли долгожданный проект по охране окружающей среды. С 2018 года в стране ведут отдельные налоги для предприятий, которые загрязняют воздух. Вместе с тем в Китае увеличат инвестиции в зеленую промышленность. Кроме того, депутаты рассмотрели законопроекты о гражданских правах, культуре и традиционной китайской медицине. Ей предполагается уделить особое место в национальной системе здравоохранения. С 1 июля отделения традиционной медицины начнут появляться в государственных медучреждениях уездного уровня и выше. Новый закон также стимулирует приток частных инвестиций в отрасль. В то же время он обязывает традиционных лекарей сдать экзамены. В дальнейшем перед процедурой сертифицирования новичкам необходимо заручаться рекомендацией минимум двух практикующих врачей.